Витька! Виктор Афанасьевич! Ну надо ж, какая встреча-то, а! Незнакомый? О, пиздрюя! Да ты такой Витя, как я, Маня! Прости, мужик! Обознался! Ты скольких обчистил-то? Четверых. Еще одного на улице. Сейчас я посижу по хаму, пойду еще пройдусь. Водку будешь? Фартово ты, хромой. Хочу за тебя выпить. Хромой. Ну? Ляка. Люда тебе помазала. Мазаник ты теперь, божий. Будет фоловать тебя теперь хромой, тетя Люда. Так красиво. Кто такая? А ты сбрендил. Два Аркаши Крыля. Директор рынка. Огонь, не баба. Все наши жульманы, которые свой рост на рынке чистят. Эти люди мзду на блюде подносят. На прошлой неделе с Ялты возвернулись. Король и там дом большой отвалил. Рядом с ней профессор сидит, самый крупный в городе Марвихер. Карл, насыпай. Иннокентий Михайлович, приветствую вас. Здравствуй, Яша, здравствуй. Я уже все приготовил, можете не беспокоиться. Давайте, снимайте пальто, я его здесь аккуратненько повешу. Фотокарточки вашей драгоценной супруги готовы и уже лежат в конвертиках. Да, Павел Аркадьевич вас дожидается, все как положено. Да, можете здесь причесаться. Прошу вас. Павел Аркадьевич разглядывает фотокарточки вашей супруги. Чудесные, говорит, фотокарточки. Давно, говорит, таких чудесных не видел. И особенно, говорит, одна из них редкой, говорит, красоты. Улыбочку.
Мама отцу улыбочка к лицу. Яша! Сейчас я вас запечатлею, но с вас за это улыбочка. Раз, два, три. Прошу вас. Аркадьич Михайлович. Павел Аркадьич, дорогой. Ну, заждался. Здравствуйте. Ну, присаживайтесь, Сейчас удивлять тебя буду. Спасибо. Кеша, главное, не ослепни. XVIII век. Англия. Везено в Россию английским атташе. Продано русскому контр-адмиралу. У него же изъято. Вот. Тот самый, про который я тебе рассказывал. О, Боже. Берешь? Да, да, конечно. Ну, о цене мы с тобой уже договорились. Нет, Кеш, в этот раз чуток дороже выйдет. У меня люди пока это добро из Москвы доставляли, очень сильно пострадали. К тому же у меня еще два покупателя на это имеется. Ждут, не дождутся. Паша! Ну что? Ну, Паша! Ну, ты меня без ножа режешь! Ну, вот как с тобой договариваться, а? Хорошо, хорошо. Цену я тебе оставлю прежнюю. Только об одной услуге очень попрошу. Окажешь мне услугу, Иннокентий Михайлович? Это смотря какая услуга, Паша. Яшка! Да. Готовь коньяк. Будем сделку обмывать. Чудесно. Слышь, ты поднимался. Ноги-то ты старый, а? Баба. Сама нету его. Куда ж ты запропастился? Баба. Будь баба, ты не лад. Баба, Донь, пойдем в дом, а? Пойдем так в дом, баба, Донь, да я прошу. Варька, мне ж сыскать его надо, Варька. Я, почитай, след его ищу. Так нету. Ой, куда ж ты запропастился-то? Ой. Пропал. Пропал твой дед, пропал. Ой, пропал. Где я? Да, и чего он в сельпо ходил? Там его искал. Нету. Дуня, вот. Померзешь на морозе. Померзнешь. Ступай в дом. Ступай. Ну-ка, цыц, Васька, ты мне не указчик. Вон, давай, Поль, ступай, работай там, землю пошли. То оставишь своих ребятенков голодом помирать. У тебя уже один ребятенок помер, мал с тебя, да? Иди с глаз. Возле печки тепло. Я тебе чаю заварю, Дунь. Похлебаешь чаю, Дуня. Ступай в дом, Дунь. Ступай. А, и тут его нет. Ну нет. Где ж он, дурец-то? Куда ж? Тихо. Боже, без валенок умер. Баба, дурень, померзнет ты. Давай, баба, померзнет. Лукьян! А ну, подь сюда! А то ведь я тебя более в дом не пущу! Пропадай тогда пропадом! Пойдем, папа Дунь, пойдем. Папа Дунь,
А пойдем его где-нибудь в доме поглядим, а? А может, он в доме где спрятался, а баба Дуня? Пойдем. В доме? Ага. А их прямо там, Варьк. Пошугали, пошугали, Варьк. Пойдем, баба Дуня, посмотрим. Ой, вот дурень старый. Ты чё, шо думал, в прятки играть? Витя, твою... Дуня... Дуня... О, Господи, радость моя. Да какая радость? Господи, зачем я тебе это сейчас сказал? Можно подумать, если бы ты мне сказал это в другой раз, я бы обрадовалась и захлебнулась бы от счастья. Ну, послушай, послушай, я не могу сейчас вышвырнуть ее из театра. У меня нет замены. Кто будет играть все ее роли? Паш, ты идиот. Я буду играть вместо нее. Лена, ну как, ну, Лена? Ну, ты не сможешь. Ну, пока, пока не сможешь. Паш, я смогу. А еще я смогу уйти от тебя, если ты этого не сделаешь. Это условие? Да, это условие. Подожди. Останься. Завтра же ее не будет в театре. Ты будешь введена на все ее роли. Черный стенд, да? Прости, гражданочка. Не говорите, это начинаю. Да, на сегодня 19 часов. А что, гражданин, без очереди лезть, да? Товарищ, вам не стыдно без очереди, да? Нет, посмотри, женщина, ну, женщина с детьми в очереди стоит. Да я же целый час стою! А? Я за ним мог, она вас что, в помине не было? Вон я в начале очереди спросил, кто на Орлову последний? Ты иди отсюда, шпана! Я что, билет? Из зала тут же уходи. Конца кино не дожидайся. Усёк? Усёк. Это... кино досмотреть жутко хочется. Глядишь, чтобы хотелка не отсохла. Я жду тебя на Первомайке, в Дворотне. Вечером в вокзал. Не, Хама. Говорите глупости. Это не ваш артист, а мой водовоз. Что же вы не допускаете, что водовоз может быть артистом? Может быть, чужой водовоз может быть артистом. Чтобы мой водовоз был артистом, этого я действительно не допускаю. Вот честное, благородное слово, я артист. Вот у Филиппа Ивановича спросите. Он официант, он врать не будет. Вы все артисты без отрыва от производства. Вот, товарищ милиционер. Прекратите это безобразие, выведите их с прохода. Товарищ Бывалов, я тоже артист. Поймите, наконец, товарищ Бывалов, что это мой кружок. Вы получили первое место на конкурсе. Гражданин, пригнитесь, у нее экран загораживайте. Будешь хайлоту проживать, места не сдвинусь, понял? Да мы ведем в Москву Бетховена, Моцарта, Шуберта, Вагнера. Хам. А вы что ведете? А вы ведете... Ну и как он выглядел? Ну, я вам объясняю, такой не очень. Так вон!
Вон он! Вон он, вон! Стоять! Держите его, ловите, а! Вот, он мой кошелек украл, а! Ну что, попался, ворюга? Это ваш кошелек. Это не мой кошелек! Он ко мне пристроился на... Филимонов! Любил Семен. Ты теперь у кинотеатра порядок наводишь, ко мне совсем не заглядываешь. Пусти-ка этого паренька. Свободен. Ты же как ты свободен? Как ты свободен? Ну нет у него вашего кошелька, пройдем. А где мой кошелек? Да в участке разберемся. Ты уж очень безжалостна с ним. Ах, маман, да какое же терпение его слушать. Какие он только экономические законы выдумал. Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, существуют другие законы. Законы света и приличий. Если все носят такие платья, так и я умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Надо ехать в магазин и взять. Нет, маман, он сумасшедший. А мне кажется, он просто оригинальничает. Так, Ольга Антоновна, не так, смотрите. Я скажу, он сумасшедший, да. А вы после этого отпрянете, да? И только после этого реплику скажите. Григорий Николаевич, ну, правильно же говорить? Тамара Ильична, вы сегодня в ударе. Определенно в ударе. Просто блистаете своим талантом. Очень, очень точное попадание в роль, Тамара Ильична. Очень, очень верное прочтение, я бы сказал. Брось ты, Григорий Николаевич. Тамара Ильична, вы мне нужны. Павел Аркадьевич, дорогой, я же репетирую. Прерви репетицию. Ты мне немедленно нужна. Собственно говоря, об этом можно прямо тут не сообщить. Тамара, ты уволена. Сойди к Замятину, он тебя рассчитает. Паш, так кто же вместо меня-то? Я. Я буду. Еще вопросы имеются? Мне кажется, это какое-то недоразумение. Я повторяю. Ты уволена. Тамара Ильинична, если у вас совсем не будет никакой работы, то мы, конечно, возьмем вас в этот спектакль. Но только на роль моей мамы. Дрянь. Дешевка деревенская. Пошла отсюда, сука старая. Григорий Николаевич, давайте репетировать. Роль я уже давно выучила. Дунется, всем что-то плохо стало, ты бы ее поглядела, а? Да не то бабы Дуни, Варюх. Катерина Акимова ружает. Ой, снегу за ночь намело, до больницы не доедем. Сама роды принимать буду. Вот он, Варька, Катька с ночи разродиться не может. Одурела от боли. Кать! Кать! Уходи, Игнат! Уходи, я тебе говорю, что мужиков здесь не хватало! Натаха, горячей воды! Вчера я тазик уже заготовила, все как положено заготовила, и простынку чистенькую, и водичку, чтобы младенчика умыть, и рубаху новенькую для роженицы. Что
от подачи этой комнаты, а? Еще бабский концерт из них слушать, а? Первенец уже всегда сердце тревожит. Ай, повторим легче. Ой, да не трясись ты, а? Ну, она тебе еще столько детишек нарожает. Трясись, замучаешься. Кать! Иди отсюда! Иди, я тебе говорю! Сейчас. Давай! Так, девка. Девка, соберись. Силы тебе понадобятся. Дышать будешь по моей указке. Мила! Ну вот. Вот, вот и хорошо. Вот так. Вот ты умница. Ты посмотри, как она быстренькая, какую доченьку-то нам на волю-то выпустила. Натаха, давай полотенце. Наталья, живо полотенце говорю. Ты что, оглохла или что? Кто такая? Суслова Тамара. Не назначена. Я могу документы показать сейчас. Знаю. Проходи по коридору. Здравствуй, Тома. Здравствуйте. Присядь. У меня немного времени. Ну, расскажи, что у тебя произошло. Давайте гуляй. Людмила Семеновна, я к вам за помощью ни разу не обращалась. Вы, когда я на рынке платочками торговала, говорили, обращайся, если что. Так вот, пришел этот день, Людмила Семеновна. Дело в том, что... буду, как она меня унизила, как она меня растоптала. Успокойся. Дорогая, успокойся. Утри слезы. Спокойно расскажи, что у тебя стряслось. Шманай.
честная, живая, нет? Сюда, я сюда! Сюда! Ой, что случилось-то? Ой, да у вас руки-то все в кровище. Павел Ивановна, быстрее! За Алексеем Макаровичем бежит! Быстрее, быстрее! Алексей Макарович! Что, давно пырнули-то? Алексей Макарович! Там женщину зарезанную принесли. Батя, мы куры яичек снесли. Я уже не думала, что у нас зимой яйца-то появятся. Я тебе утром сварю покушать. Сядь. Санька тебя посватал. Отдаю тебя за него. На следующей неделе свадьбу сыграете по-тихому, без гульбы. Бай. Будет, как я сказал. Я вам и говорю, доктор наш Алексей Макарович окликнул парня того по имени. А парень, значит, остановился, а потом Алексей Макаровичу говорит, спасай ее, и ушел. Угу. Выходит, что доктор ваш и тот парень, который женщину принес, они знают друг друга, так? Получается, что так. Только об этом Алексея Макаровича спрашивать надо. Это понятно. А как имя того парня? Ну, как ваш доктор его называл? Имя-то какое? Что с ней? Ну, что с ней? Гражданин, не кричите, здесь больничное заведение. Вы кем приходитесь, потерпевший? Да какая разница? Муж я ей, муж! Павел Аркадьевич Бабахин, что с ней? Павел Аркадьевич, вашу жену оперируют. Вот там присядьте и успокойтесь. Так, мне нужен главный врач больницы. Где главный врач? Немедленно! Он сейчас оперирует вашу жену. Успокойся, поостынь. А доктор наш такой, с того света человека вернуть может. Вот. Пока ее оперируют, без толку суетиться. Посидите, посидите. Ну так как имя твоего парня? Имя. Позабыла я имя, гражданин начальник. Ей-богу, не припомню. Может, Семен?
А может, Василий? Витя, проводи гражданок. А я еще с гражданином побеседую. Павел Аркадьевич, как думаете, кто мог быть заинтересован в убийстве вашей жены? В убийстве? Убийстве. Алену хотели убить? А как иначе? Ей нанесли удар ножом. Повредили жизненно важные органы. Конечно, убить. Доктора! Немедленно, доктора! Гражданину плохо! Оканалась цыпа. Ну, я пером ее маранул, как и положено. А хромой обшмонать ее решил. Цыпа-то при марафете была. Я на шухере дожидаюсь. И вдруг лежу, как хромой цыпу на руки хватает. Не-не, а какого он ее хватает? Нас с тобой, гляди, мусора заметут. Я мухой сплетовал оттуда его. А куда хромой, я не знаю. Ну, а он нарисовался твой хромой. Мама моя, родная курва огородная. Явление Христа народа. Слышь, ты клип бы снял и харю помыл. Эй, ты что за выкрутас? Молись, чтоб жива осталась. Умрет, я тебе перо в горло засажу. Ты что, хромой так скипишнулся? Ты какого на колено так зерепенился? Ну, давал он ему по бубну. Цыпа-то профура, что ли, твоя? Сестра она моя. Мама моя родная, курва огородная. Он номерочек отмочили. Ну, то, что на твоя сестра, у нее на лбу зеленка не написано. Сестру твою Людмила велела усмирить. Тихо! Пусть побазарит с Людой. По твоей указке сестру мою сегодня едва не порешили. Гадина ты. Руки оторву, падла! Не трогай его, Евгений. Оставьте нас. Идите и подождите меня в машине. Людмила Семеновна, я не могу оставить вас с этим психопатом. Смотри, какое лицо и руки. Виктор Борисович, я два раза не повторяю. Ты пьян. Твои слова сейчас не имеют никакого значения. Тебя как зовут? Степкой родные звали. Кореша Хромым зовут. Тебе какое более по вкусу? Ни то, ни другое. Я придумаю тебе что-нибудь подходящее, пока останешься Степаном. Ну, что значит артистка? Сестра твоя?
сестра, я убью тебя. Прошу. Бей меня прямо сейчас. Я убью тебя потом. Прошу. Убьешь меня, когда захочешь. Красивая ты, гадюка. Ослепнуть от тебя можно. Ты мне тоже понравился, когда будешь трезв и чистый. Мы с тобой потанцуем, Степа. Очень хочется мне с тобой потанцевать. Заканчивайте. После в палату и поставьте сразу капельницу. Хорошо, Алексей Макарович. Я подойду к ней чуть позже. Угу. Алексей Макарович, Морозов. Севцев, Михаил Васильевич, младший следователь уголовного розыска. Чем могу быть полезен? У меня к вам имеется пара вопросиков. Может, присядем? Если у вас пара вопросиков, я готов ответить на них прямо здесь. Да. Простите, Михаил Васильевич, я после операции немного устал. Ну, ничего. Здесь так здесь. Алексей Макарович, к вам сегодня в больницу поступила женщина с ножевым ранением. Она вам знакома? Разумеется, знакома. Это женщина моя сестра. Сестра. А парень? Парень. Ну, который привез вашу сестру. Нет, с парнем я не знаком. Да? А вот санитарка Демьянова сообщила нам, что вы называли его по имени. Санитарка Демьянова может сообщать вам все, что угодно. Я не знаком с этим парнем и не называл его по имени. Извините, я ничем не могу вам помочь. Если у вас ко мне больше нет вопросов, разрешите мне откланяться. Простите, меня ожидают пациенты. И чего они не по-людски-то так, Лукьян Потапович? Свадьбу ее всей деревне гулять положено. Дождались бы весны. Ну, так Макар поспешал дочку из дому спровадить. После Дашиной смерти никак мужик не уклемается. И Варвара будто не живая. Где уж тут гульбу гулять? А что весны не дожидались, так это и хорошо, Григорий Ильич. Пусть Варвара с мужем послаще заживет, нежели с мурым отцом бобылем. У нее от него душа только стынет. Макар нонче как на лес взглянет, так лес вянет. Как Евдокия Егоровна? А как? Ума последнего лишилась. Все на печке лежит.
С Дарьей все беседы беседуют. Лежит оно и ладно. Боже упаси, с печки подымется. Ересь какая, умалишенную башку ударит. Такое свето представление начнется. Хоть святых штабелями из избы выноси. Помощь вам какая требуется? А какая помощь, Григорий Ильич? Нам нонче одна помощь. Одна у нас ночь помощница. Баба белая с косой. Смерть нам ночь помощница. Вот ее помощи. Топеича дожидаемся. Лукьян Потапыч, ты это прикрой его смерти. Рану тебе. Идти-то, Григорий Ильич, это мне-то рано. Она дура молодых не жалеет. От смерти под камнем не укроешься. То ли придет и на печи найдет. О, погляди на Игнат. Игнат! Игнат! Ты куды, дитё? В мороз поволок. Григорий Ильич, мне дочку в город нужно. Заболела моя кроха. Ну так вот везем, конечно. Лукьян Потапыч, я позже зайду, молодых поздравлю. Игната в город отправил и сразу к вам. Жениться надо, Игнат. Тому дитю мамка требуется. И дело это мужику, точно бабе, с дитем нянется. Все будет хорошо. Тихо, 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 моя родная, тихо. Екатерина. Екатерина, где? Какая Екатерина? Какая Екатерина? Девочка моя. Ну скажи, ну скажи. Тут Екатерина, тут, тут. Екатерина, прости меня. Прости меня, Игнат. Все, все, прости. Игнат, Игнат тебя простил. Простил тебя, Игнат, простил. Екатерина тебя простил. Я тут, я тут, я тут. Я никогда тебя не оставлю, слышишь? Никогда. Я всегда, всегда буду рядом. Девочка. Все, все. Я умру. Нет. Павел Аркадьевич, вам нужно отдохнуть. Идите в мой кабинет. У нее жар, она бредит. Мы сейчас поставим ей укол. Павел Аркадьевич, вам нужно поспать. И три ночи без сна. Алеша, Алеша, я ведь люблю ее, Алеша. Слышите? Слышите, я люблю ее, Алексей. Я ведь хочу жениться на ней. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Мне нужно оформить развод. У меня жена в Тамбове. Я ей никогда про это не говорил. Я ведь отказывался. Отказывался. Я не хотел. Я только сейчас понял, как я ее люблю. Никого на свете я не любил так, как ее. Алексей, я должен на ней жениться. Мне надо успеть. Она может умереть. Она не умрет. Павел Аркадьевич, возьмите себя в руки. Идите в мой кабинет и обязательно поспите. Возьмите себя в руки. Ей сейчас необходима ваша вера и ваша сила. Да. Все, пойдемте.
кочева, хоро чиару, чия те кочева, ехой, около дизя студю. Вела коней поедете, ой, там варвара воду черпела, там варвара воду черпела. Ты чё, матрёна, грусть, тоску нагоняешь? И так не свадьба, а поминки. Я вот что скажу вам, молодые. Бок о бок жизнь прожить, не лапти сплесть. Вы дружка за дружкой со вниманием ходите. Я тебе, Санька, Варьку от самого корня души своей отрываю. Да. Потому как Варвара любимица моя. И тебе напутствую. Любите ее. Да. Вот. Вот. И это ведь. Ну так... Чё? Чё? Так чё? Горько, что ли? Горько! 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 Пойду я. Погуляли довольно. Да чего ты, Макар? Да что впрямь у нас за свадьба-то такая? Дарья, небось, с небес-то глядит на Варьку, слезами умывается. Ну, давайте хоть для Дарьи мы повеселимся, да. Да. Песню сыграем, спляшем. Нет, Матрёна, поженили детей, посидели по-тихому. Пора нам всем честь знать. Не, Макар, я... Пущай, молодые, сами уже. Мы... Макар, Макар, мы... Нет, прям, Макар. Мы не желаем расходиться. Никуда бежишь? Ну, давай, не успею. Дочь, одну и замуж отдаешь, я не соседскую племянницу. Ну... Фро, вот так, заиграйте, пусть молодые нам спляшут. Давай, давай. Спляшут, конечно. Давай. Правильно, председатель.